Итакс, 551 на связи? Да, на связи. Так вот, один гонщик гоняет по одной городской магистрали, и вы должны его споймать. Вот где он обычно ездит. И, кстати, вот еще его номерные знаки и цвет его машины и марка машины. А ну-ка, какие номерные знаки у него? Ща. XI 777. А марка машины? Марка машины. Ну, какой-то спорткар, похоже чем-то на Делорин или на Феррари. Скорее всего, это Феррари. И плюс еще цвет машины красный. Ага, все, едем. Я вам пришлю координаты. Вот это вот место? Да, он обычно здесь ездит. А, ну ясно, ну все, ждем с его. Это она? Та не. Вот у чувачка то есть красного цвета. Хотел сказать синего. Красного цвета. А у этого серого. Значит, это не он. И номерные знаки тоже не те. А, ну ясно. Опа-па! Кому вы видим? А ну стоять! Это полиция. О, черт! А ну немедленно остановитесь. Черт! Ага, все, попался. Так. Ну все, попался ты, дружок. Вот ты и попался, дружок. Я не попался, я сейчас выйду. Ага, как выйдешь, если ты врезался в столб? Вот как? Вот ты сейчас нам все расскажешь в участке. Не надо. Да, ты нам все расскажешь в участке.